началось заседание в Киеве по ОПЗ. Я хочу еще раз сделать презентацию по ОПЗ, чтобы понять, о чем идет речь на цифрах. Сейчас они собрали совещание на ОПЗ в ответ на конкретную информацию, которую мы впервые подняли. Если мы эту информацию не подняли, никто из людей, которых касалось это непосредственно, не хотел над этим работать. Мы, некоторые из вас помнят, в сентябре провели тут заседание общественного совета у всеукраинского, где я председатель, по управлению госимуществом, и заблокировали приватизацию ОПЗ через 5% акций. То есть это входной билет олигархов. И уже несколько олигархов договорились, что купить эти 5%, прибрать себе рукам ОПЗ. Не вышло, потому что мы были в Одессе, и мы заняли принципиальную позицию. Потом они отложили приватизацию, но потом они придумали что-то другое. Распоряжением, и я хочу сказать, что как управляется ОПЗ. Распоряжением Кабмина за подписью премьер-министра Николай Щуриков был назначен первым заместителем правления под Одесского припортного завода в конце апреля. Это до нашего приезда сюда. И они объяснили всем, что это партийная квота народного фронта. Оказывается, у нас в предприятиях назначаются государства по партийным квотам. Этот человек пришел из игорного бизнеса, занимался какое-то короткое время с бизнес-партнером Мартыненко, Жвания, его лоцманским бизнесом. Никакого отношения не имеет к химической промышленности. Его по партийным квотам туда назначили, смотрящим. Потом он подписал контракт о переработке продукции с неизвестной австрийской компанией «Антра» на 500 миллионов кубометров газа. Это где-то половина потребностей, где-то, как они намереваются, под конец ОПЗ. Без тендерной процедуры, без процесса, который обычно проходит. Эта компания «Антра Гемберт» вообще не занималась раньше газом и никакого опыта на нашем рынке работы не имеет. Кто дал разрешение? Для ввоза товара в качестве сырья надо получить таможенного органа разрешение и для переработки разрешения. Значит, ситуация такая. Следующий слайд. Я прошел, сколько стоит все это на ООН рынке. Рыночные цены вчерашние, на Блумберге. Сколько стоит объект, конечная продукция, рыночная цена? $390. Следующий сайт. Цены на карбамид. 264. Это опять мировая цена. Затем, что у нас происходит? Следующий слайд. Прейскурант на природный газ из ресурсов, то есть, а если бы они купили газ у НАК Украины, это стоило бы столько. Следующий слайд. То есть они, но это государственная компания, если бы они купили НАК Украины, они бы купили газ у государства. Государство, они говорят, что мы покупаем газ там, потому что у нас валютные контроли, Украине можно, НАК Украины предлагает эти деньги, этот газ за гривни, и предприятие могло купить на внутреннем рынке. Оно решило так не покупать. Там оно чуть-чуть дороже, но это государственное предприятие. Деньги остаются полностью в государственном бюджете. Деятельность ОПЗ на рыночных условиях. Если бы они... Что такое договор Толлинг? Договор Толлинг — это давальщик договор, это старая грабительская схема, хорошо известная. Когда коррумпированные управленцы, особенно в 90-х годах было распространено в России, давали у самого себя же, покупали сырье, за переработку оставляли, чтобы у людей была работа, как они мотивировали, чтобы не останавливались предприятия, и потом продавались через офшоры, все им оставалось, а людям давали маленькие копейки, чтобы там они молчали и были довольны за то, что им дают. Эта схема, кстати, во многих местах запрещена. Если бы не было, и тогда продукцию полностью забирает тот, кто дает тебе газ по толику. Многие из вас из бизнеса, они это хорошо понимают.
Что же, если бы они не давали, если продукция оставалась на заводе, если она будет оставаться на заводе, за тот же период выручка от продажи удобрений будет 186 миллионов, по теперешним ценам, по которым я рассказывал, 186 миллионов долларов. Газ будет стоить, если закупать на внутреннем рынке, у Натнефтегаза, 125 миллионов долларов. Себестоимость переработки, что будет? 27 миллионов долларов. То есть чистая прибыль 34 миллиона долларов, но минус там налог, который тоже государство платит в бюджет. Следующий слайд. Что теряет бюджет Украины и госпредприятия? 186 миллионов недополученная валютная выручка в результате этого контракта. 6 миллионов недополучен налог на прибыль государству. 11 миллионов упущенная прибыль НАК Украина, которая, если бы у них покупали газ, это опять государство пошло. 28 миллионов долларов, потому что минус там налог на прибыль 6 миллионов. 28 миллионов упущенная прибыль ОПЗ. То есть в любом случае государство потеряло 6, 28, 34. То есть мы получаем совершенно цифры выработаны, просто грабеж государства. Среди бела дня. Этот контракт был заключен на наших глазах несколько недель тому назад. И они до сих пор, каждый дает разные объяснения, но я думаю, что объяснения тут конкретные, и они связаны с конкретными лицами. Следующий слайд. Кем были утверждены эти лица? Премьер-министр утверждает перелому. Перелома бизнес-партнер Николай Мартыненко, главы энергетического комитета парламента. Они потом назначают Шурикова, который является главой, руководил бизнесом у Давида Жвания, бизнес-партнером Мартыненко. Австрийская компания «Антра» руководит формальный директор Шрам, жительница Полтавы Сурнина, но до этого руководил некий Марчук, который тоже являлся бизнес-партнером Жвания Мартыненко. И ОПЗ. То есть, что ответил нам? Сейчас идет совещание. Вчера правительство в лице и главы госимущества нам ответило следующим образом, что мы, атакуя этот контракт, хотим сбить цены на предприятие. Это заказ каких-то олигархов. И это похоже на атаку. Атака на правительство Яценюка. Согласно заявлению правительства Яценюка, похоже на атаку на правительство Маргарет Тэтчер, когда Маргарет Тэтчер занималась приватизацией. Я хочу сказать, я встречался много раз и знал лично Маргарет Тэтчер. Я много раз встречался и знаю Арсения Яценюка. Хочу заметить, что Арсений Яценюк не Маргарет Тэтчер. И прикрываться, говорить, что если мы поднимем вот эти вопросы по цифрам, мы дестабилизируем предприятие, и мы дестабилизируем Украину, это просто зубы заговаривать. Они попытались организовать там какие-то митинги коллектива. Там деньги делаются на всем. Вот мы говорим, вот цены на 264 на карбамид. А знаете, за сколько они продавали через компанию Ньюскоп? За 220. Через компанию Прохан. Там делаются деньги на закупках всяких там смесительных материалов и так далее. То есть на всем. И мы точно знаем, как эта схема делается. Делаете фальшивый тендер, какая-то компания искусственно завышает цену, потом побеждает, которая должна победить. Это происходит каждый раз. И вся дирекция, то есть многие из представителей в этом участвуют. Все это только возможно, когда все остальные в этом участвуют. Все в этом участвовали, единственная недоработка вышла. В Одессе поменялись люди и в областной администрации, в районных администрациях. И мы начали интересоваться. Поэтому я хочу просто сказать, сегодня я послал туда Боровика, но требование одно. Мы не будем удовлетворяться просто очередной комиссии, которая в следующие 6 месяцев будет изучать, есть ли тут нарушения. Тут все налицо. Все написано, прямо расписано. Все понятно, кто крадет, сколько крадет, и я думаю, что прокуратура это юридически все подтвердит
потому что они взяли все эти контракты. Когда они ночью вели там обыск, были звонки со всех многих, не со всех, но со многих достаточно высоких кабинетов, немедленно остановить обыск. Я как раз убедился, что обыск нужно было продолжать и закончить, и дальнейшее продолжать расследование. Но это юридический результат. Этот результат настанет через два месяца, два-три, когда эти люди пристанут перед следствием, пристанут перед судом, надеюсь. Но сейчас правительство, не зубы надо заговаривать, не очередную 101-ю комиссию созывать, тем более она конфиденциальна, потому что там, конечно, это деликатная информация, а основываясь на этой открытой информации, немедленно упразднять этот контракт. Немедленно менять всякие там перелом, там всяких там этих всех остальных, менять наблюдательный совет, менять дирекцию, брать завод под контроль, упразднять коррумпированные схемы и забирать деньги в госбюджет. Когда все будет прозрачно, тогда, когда завод пойдет на приватизацию, то за него получат высокую цену и не будет он обременен вот этими тяжелыми обязательствами. Если продолжать так обременять, то его смогут действительно купить только олигархи или его купят за очень низкую цену тот, кто купит. Наша цель сейчас, приватизация это не наша компетенция, наша цель сейчас не допустить дальнейшего разграбления уникального современного города, градообразующего завода Одесской области. Поэтому я думаю, что просто вот к примеру, следует удалить из этого дела своего друга, попросить, а их всех просто надо не то что удалять, снимать, а я надеюсь и сажать. Кого нужно сажать, это уж прокуратура определит. Из всех этих. Но мы будем спасать этот завод. И мы не будем допускать вот все эти схемы, которые тут есть. То, что я хотел сказать. Поэтому была тоже просьба сделать эту информацию. Я сегодня еще должен опять, я постоянно, сегодня у меня встреча с иностранными миссиями, где вечером, где я буду также тоже рассказывать про то, что мы думаем вот про эти все схемы. И, естественно, мы будем продолжать диалог с украинским обществом. И такие вещи происходят на всех районных уровнях тоже. Поэтому мы очень вас просим вникать, не только как бы, чтобы информация была, чтобы для расследования передали, но также, чтобы остановить эти схемы. Страна работает по схемам. Страна нуждается в избавлении от схемы, когда у нас появится очень много денег. На дороги, на школы, на новые административные здания, на социальный выплат. Это однозначно так. Еще раз всех благодарю. До следующей встречи. Спасибо. Сегодня совещание было очень интересно. Спасибо. До встречи.